Nintendo! Nintendo! Арагог, здесь человек! Это Хагрид? Нет, но я его друг. Хагрид в беде. В беде? Но зачем он прислал тебя? Говорят, что Хагрид выпустил на свободу чудовище, спрятанное в Хогвартсе давным-давно. Один раз оно уже убило кого-то. Это был я. Хагрид вырастил меня, а потом отпустил на свободу. Но я никогда не возвращался и никогда никого не убивал в Хогвартсе. Так чудовище из тайной комнаты — это не ты? Нет, это древнее порождение тьмы, которого мы, пауки, смертельно боимся. Это оно убило ту девочку в туалете, а не я. Спасибо большое. Я, наверное, пойду. Пойдешь? Не думаю. Мои сыновья голодны, и я не могу лишить их свежего мяса. Прощай, друг Хагрида. Если я разрежу паутину с заклинанием Дефинда, Арагог свалится в яму. Съешьте его, дети! И от Локонса есть какая-то польза. Rictus Sempra. Здорово, Гарри! Я нашел папину машину, но у меня ужасная новость. Гермиону заколдовали. Что? Быстрее в школу! Залезай! Лучше не попадаться на глаза мадам Помфри. Гермиона! А что у нее в руке? Записка? Почерк вроде бы ее. Вот что тут написано. Из многих чудищ и монстров, коих в наших землях встретить можно, не сыскать смертоносней Василиска короля змей. Сей гад может достигать размеров воистину гигантских, а срок жизни его многие столетия.
Кроме клыков ужасных и ядовитых, даден ему взгляд убийственный. Кто с ним очами встретится, тот в камень обратится. Особливо боятся Василиска пауки. Сторонятся елика возможно, ибо он есть враг их смертельный. Но как же этот Василиск передвигается по замку? Здоровенная змеюга! Такое трудно не заметить. Трубы. Знаешь, Рон, он ползает по трубам. Тут голос. Он действительно звучал из стены. Кстати, девочка, которая умерла, Арагог говорил, ее нашли в туалете. А что, если она так и осталась там, на месте гибели? Ты думаешь, это Миртл? Вход в тайную комнату. Что, если он... В туалете Плаксы Миртл! Всем ученикам немедленно вернуться в свои спальни. Всем преподавателям собраться в учительской. Что? Еще одно нападение? Да, это было еще одно нападение. На этот раз исчезла Джинни Уизли. А на стене появилась новая надпись. Ее скелет будет пребывать в комнате вечно. Спасти Джинни было поручено профессору Локонсу, но Рон и Гарри просто не могли остаться в стороне. Торопись, Гарри, мы должны спасти Джинни! Нам нужен план действий! Давайте я отправлюсь в туалет Плаксы Миртл и попробую отыскать вход в тайную комнату. А я пойду и найду Локонса. Не удивлюсь, если он решил сбежать из Хогвартса. Чего тебе еще надо? Пожалуйста, расскажи, как ты умерла. Ты первый, кто об этом спросил. Я умерла прямо здесь, в этой кабинке. Как сейчас помню. Дверь была закрыта, и я плакала, потому что Оливия Хорнби посмеялась над моими очками. Потом я услышала, что кто-то вошел. Потом я услышала какие-то странные слова, по-моему, на другом языке. И, между прочим, сказал их мальчик. Ну, я открыла дверцу и сказала ему, чтобы он шел в свой туалет. А потом... Потом я умерла. А где стоял этот мальчик? Вон там, рядом с раковинами. Одна из них никогда не работала. Ни разу с тех пор, как я здесь. Может быть, вход в комнату именно здесь? Откройся! Откройся! Не работает. А если сказать по-змеиному? Откройся! Ура! Получилось! Я его поймал. Он уже собрал чемоданы и готовился к отлету. Что это? По-моему, вход в тайную комнату. Ну что ж, я вижу, вы справились без меня. Пока, мальчики, мне нужно прогреть метлу. Нет, профессор, пожалуйста, пройдите сюда. Нет! Идем, Гарри, это она. Я знаю. Гарри, бежим, дорога каждая секунда. Гарри, там что-то есть. Я себя плохо чувствую. Все, мальчики, приключение окончено. Рон!
можете попрощаться со своими воспоминаниями. Забвение! Рон! С тобой все в порядке? Рон! Я здесь! Все в порядке! Гарри, найди Джинни! Подожди здесь! Не бросай Локонса! Если я не вернусь через час... Короче, скоро увидимся! Thank you.
Oh.
Дипиндо! Проснись, пожалуйста! Она не проснется. Том? Том Реддл? Пока она жива, но только пока. Малышка Джинни много месяцев писала в моем старом дневнике. Она изливала мне душу. Это помогло мне стать сильнее, а потом я смог передать ей часть своей души. Что ты имеешь в виду? Джинни Уизли открыла тайную комнату так же, как когда-то это сделал я. До того, как стал лордом Волан-де-Мортом. Нет! Это я, Гарри. Джинни мне все про тебя рассказала. Боюсь, что твои жалкие трюки будут бесполезны. Ты же всего-навсего второгодка. Тебе не справиться со мной, с самым великим магом мира. Величайший в мире волшебник Альбус Дамблдор. Дамблдора здесь нет, и я преподам тебе хороший урок. Давай-ка померяемся силами. Том Реддл, наследник Слизерина, против знаменитого Гарри Поттера. Феникс! Фоукс! Дамблдор прислал тебе меч. Сам ведь, разумеется, побоялся. Что ж, Гарри, уверяю, это тебя не спасет. Услышь меня, о Слизерин, величайший из Хогвартской четверки. Thank you.
Гарри! О, Гарри! Я хотела тебе сказать. Гарри, это все я натворила. Клянусь, я не нарочно. Меня заставил Реддл. Все в порядке. С Реддлом покончено. Давай, Джинни, пошли отсюда. Привет, Гарри! Профессор Дамблдор! Я думал, что вас отстранили. Люциус Малфой пытался настроить против меня весь попечительский совет. Он даже угрожал мне проклятием. Но у него ничего не вышло. Более того, теперь, когда Василиск уничтожен, все согласились с тем, что Хагрид ни в чем не виноват. Скоро он вернется в свою хижину. А что насчет Люциуса Малфоя? От него еще будут какие-нибудь неприятности? Сомневаюсь. Видимо, это он подсунул Джинни дневник. Теперь он будет сидеть тихо, если, конечно, ему не нужны проблемы с Министерством магии. Да, насчет профессора Локонса. Боюсь, что он утратил память. Бедняга. О чем же он будет теперь думать? О себе-то больше не сможет? Только не приглашайте на место Локонса профессора Снега. Он слишком... слишком дорог нам, как преподаватель зелий. Вы молодцы. Должно быть, вам пришлось нелегко. Ага. Мы столько времени провели в девчачьем туалете. Не сказал бы, что мне это очень понравилось. Быть превращенной в камень ужасно. Но это стало для меня бесценным опытом. Я собираюсь написать об этом доклад и заработать лишние баллы. Когда есть друзья, которые готовы помочь, можно сделать все, что угодно, и ничего тебе не страшно. Или почти ничего. Смотрите-ка, по-моему, сюда идет Гойл. Вашу честь устроили праздник. Какой тост вы предложите первым? За дружбу! Верность! И смелость! Но за дружбу в первую очередь! Время, оставшееся до конца семестра, все провели как будто в счастливом сне. Жизнь в Хогвартсе вернулась в привычную колею. Изменилось совсем немного. Занятия по защите от темных искусств отменили. А Люциуса Малфоя отстранили от должности председателя попечительского совета. Драко больше не ходил по школе с таким видом, как будто все в ней принадлежит лично ему. Наоборот, он был угрюм и обижен на весь свет. А вот Джинни Уизли выглядела вполне счастливой. Вот и последний день. Завтра мы разъезжаемся по домам. Ага, осталось только вручение кубка школы. Кстати, оно пройдет в большом зале. Гарри, если тебе нужно закончить какие-то дела, сделай это до церемонии вручения кубка.
Алахамора! Алахамора! Привет, Гарри! Поторгуем? Алахамора! 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 Здесь проводится награждение лучших факультетов. Привет! Как насчет покупок? Я в кабинете зелий. Только бы Снэп меня не застукал. Гарри, пришел за покупками. Погибай! Thank you.
Гамора! Как насчет покупок? Это кабинет заклинаний. Здесь преподает профессор Флитвик. Алахамора! Я в кабинете трансфигурации. Алахамора! Флипедо! Алахамора! Алахамора! В этом кабинете проходят уроки защиты от темных искусств. Oh.
Поторгуем? Алахамора! Алахамора! Люмас! Привет, Гарри! Поторгуем? Забыть дорогу на стадион. Алахамора! Флиппендо! Это теплица. В ней всегда тепло. Алахамора. Алахамора.